Оптиков в этот день в распоряжении красногорской молодежи. На большой сцене те, кто заслужил право выступить перед своими сверстниками и ветеранами. Это победители конкурса инсценированной военной песни и других творческих состязаний, члены патриотических клубов и объединений. Участие в концерте – их возможность сказать героям «спасибо за мир». Очень рада, что связь поколений, что это сохранилось, и очень желательно, чтобы это никогда не кончалось. Наши герои, которые отдали свою жизнь за освобождение нашей страны от фашизма, они будут живы до тех пор, пока мы сохраним эту память. Хлебные карточки, которые раздают сегодня волонтеры, копии тех самых, которые во время войны были ценнее всего на свете. Специальные палатки их обменивают на хлеб, но не тот, который современные ребята привыкли видеть в магазинах. Особенность вся в том, что он приготовлен по определенной рецептуре тех военных лет. На вкус очень отличается, вкусный, ароматный. Нашим гостям очень нравится. Вот этот хлеб, наверное, 100 грамм, который мы, дети войны, получали в далекие эти военные годы. Было очень, конечно, тяжело выжить. Мама работала на заводе Бицема, и нас было трое детей. Выжили очень сложно, но жили весело, дружно. Лишение военных лет их не сломили. Ветераны не любят вспоминать тяготы. Для счастья им нужна была одна победа, и они победили. В этот праздник празднуется то, что люди спасли нас от грохотания пуль над головой. То, что нам помогли жить дальше. Если бы люди не выиграли победу, то мы бы, наверное, сейчас, нам было бы сейчас было плохо. Это День Победы, это грандиозный праздник. И он должен оставаться в нашей памяти навсегда. И эта история, эта жизнь не должна умирать в памяти наших друзей, наших знакомых и следующих поколений. Дорогие ветераны, хотим пожелать вам счастья, здоровья и успехов. Ветерану хочется сказать большое спасибо. Пожелать вам счастья, не знаю, долгой жизни. Ну а, собственно, красногорцам, не дай бог этому повториться. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.